Радостная новость. В Челябинске появится большой настоящий симфонический оркестр. Наличие в регионе собственного симфонического оркестра поднимает культурную и вкусовую планку на новую высоту. Меломаны, которых в Челябинской области огромное количество, будут теперь иметь возможность слушать шедевры симфонической музыки в исполнении своего оркестра. Отдельно благодарю за принятое решение губернатора Бориса Александровича Дубровского, с которым мы знакомы и который очень помогает культуре Челябинской области и нашему фестивалю здесь. Челябинск уже многие годы был достоин иметь собственный симфонический оркестр. И вот справедливость восторжествовала, поздравляя нас всех с этим событием. В этом году во время проведения в Челябинске международного фестиваля «Денис Мацуев представляет» музыкант отметил, что наш город остается последним миллионником России, не имеющим такого коллектива, и призвал рассмотреть решение о создании собственного симфонического оркестра. Коллектив создается на базе филармонического оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова. Денис Мацуев заявил, что намерен выступить с новым оркестром в Челябинске весной следующего года.